Друзья мои, всем привет, это моды до GTA 5, и давненько мы ничего эпичного не снимали. Ах ты шлюха маргинальная, что ж ты делаешь? Я не знаю, здесь какие-то немножко дерганые люди, поэтому сегодня мы посмотрим мод, который называется «Призрачный гонщик». Думаю, что все знают, кто это такой. А фильм с Николасом Кейджем смотрели? Смотрели, комиксы читали? Надеюсь, что читали. Поэтому давайте смотреть мод, что он из себя представляет именно в GTA-шке 5. Поехали! Так, false true, во. О, боже. Примерно так оно и работает. Ну что же, узнаете персонажа? Да, действительно, классный, колоритный и очень брутальный чувак с черепом на голове. Почему бы и нет? Теперь моя любимая часть, которую просто можно кончить сразу, когда ты просто увидишь зрительный оргазм обеспечен. Байк. Иди ко мне, мой сладкий. Ёбона мать. Появление байка — это просто запредел запределович. Смотри. Опа! Ну шикарно же, ёпта! Так, давай сядем и покатаемся, посмотрим, что мы вообще умеем делать. Мало того, что мы сейчас играем днем, мы обязательно переключимся на ночь и посмотрим, как призрачный гонщик ведет себя ночью. Ух, твою мать! Как-то слишком быстро! Да, машины просто улетают нахер. Действительно, мы оставляем с вами след. Да-да-да-да-да. Это не тот байк, который у нас с черепом, потому что тот, как пишет Julian NB, он глючит. К сожалению, игрушка крашится. Поэтому нужно ждать фикса, надо ждать новой версии. А сейчас мы посмотрим версию 1.2. Что она из себя представляет? Так, помимо того, что у нас есть призрачный байк, мы можем ускоряться. Ух, нажатием на среднее колесико мышки. Вау, на среднее колесико. Короче говоря, просто на колесо нажимаете и гоните, как очумелый нахер. Это действительно найсовая тема. Так, что там еще пишут? А шоу-меню можно выбрать, собственно, разные режимы. Так, давайте я, наверное, из модска выйду. Кстати, если вы оставляете след, а вы его оставляете. А если кто-то подойдет, проедет, он обожжется. Он просто нахер сгорит. Можно делать вот такие вот кольца. Почему бы и нет? Фух. Так, давайте выйдем, я покажу вам, что еще умеет делать наш призрачный бро. Так, если я не ошибаюсь, но атаки у нас меняются на кнопочку Е. Давайте посмотрим, что это за атака. Для этого тела мне нужна жертва. Мне нужен человек, который готов выйти. Иди сюда. Вот ублюдки. Самое обидное, что здесь нет людей, поэтому давайте поедем в какой-то более жилой квартал. Блин, призрачный гонщик, это реально тема. Это просто дикий, мать его, свэк. Так, мы переключились на фаерболы. Опа! Ёб твою мать, это было больно. Охрененная тема. Вот такие вот штуки. Знаешь, такое впечатление, что это какой-нибудь покебол, блядь, покебонов. Нормально. Привет, родной. Ебическая сила. Так, это у нас одна атака. Чейн, я предлагаю, это цепь. Я даже знаю, что с английского чейн у нас цепь. Сейчас мы попробуем поближе подъехать и проверить, как он работает уже на людях. Да, мазафака! Можно вот так вот кататься, как настоящий, мать его, призрачный человек. Ну, призрачный гонщик, вы поняли. Все машины просто нахрен отлетают, поэтому мне сильно скорость развивать не стоит. Мне нужно найти людей. Мне нужны люди. Люди, 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 вон люди. Вон мои людишки, вставай давай, братан. Так, что у нас? У нас была цепь, давайте проверим, как у нас цепь работает. Вот она, мы ее снимаем, она у нас есть. Иди сюда! Get over here! Ни хрена себе! Надо мод какой-нибудь в стиле Mortal Kombat. Стоять, окаянные! Ни хрена себе! Get over here! Твою мать! А если посмотреть отсюда? Опа! Это просто пиздарики, ребят. Пинэнстейр. Давайте глянем, что это такое. То есть нам в любом случае нужны люди, чтобы творить свое бесчинствие, безумие и просто адовую жесть. Вон я вижу, чувак идет. А вид от первого лица нет, кстати. You! Иди сюда! Come to me! И хрена себе! Это что было, блядь? Это что такое было? Ты чё, издеваешься, что ли? Как это? Бля, это просто пиздец. Чувак творит настолько эпические моды. Халк, Железный Человек, Метеоритный Дождь, Angry Planes. Все делает Julian B. Все мы смотрели, это все его работы. То есть действительно доскональный подход, феноменальное качество. Сказал, как будто реклама зубной пасты. Ладно. Так, нам нужны люди. Нам нужны люди. Но нам нужны особенные люди, которые прогуливаются вот так вот. Блин, что добежать до них надо? А это не такая уж простая задача. Я знаю, что у нас 3 звезды и нужны копы. You come to me, my little nigga. Nigga? Так. С чего? Ты должен посмотреть в мои глаза.
О боже, а вот и хранители правопорядка. Мои любимые пончикажоры. Ты, он показывает, смотри, рукой. Иди сюда. Бабах, его просто распепелило, блять, от него ничего не остается. Flame Thrower. Давайте посмотрим, что это такое у нас. Ууу, господин изжога. Призрачная изжога, я бы назвал, а не призрачный гонщик. То есть я могу испепелять пламя, это же охренительно. Да. Так, ублюдок, иди сюда. Охренеть, как это найсово. Да-да-да-да-да-да-да. Неубиваемый, бессмертный призрак просто. Ну, призрачный гонщик, хули они хотели? Слушай, так найсово ходишь себе, никого не трогаешь, ну просто изрыгаешь пламя. Фаербол. Хоп, хопа! И работает фаербол, между прочим, работает он действительно охрененно классно. Так, что у нас? Чейн, давайте глянем, что у нас еще есть. Так, турбо у нас. А турбо работает из... Кстати, мобилу можно достать, типа... что у нас там сегодня в Твиттере? Так, горящие пердаки, понятное дело. Так, что, где? Кто? Кто? Иди сюда, мой сладкий. Можно поднимать машины. Хуяк, и все, машины больше нет. Можно поднимать не только тачки, но и свой байк, допустим. Вот приехали копы. Ловить подарочек. Сукины ублюдки. Поднимать людей, машины, в принципе, все, что мы так с вами любим. Чудесно. Иди сюда, мой сладкий. Ты что там замешкался? Опа! Шикардос. Так, что еще у нас тут есть? Ну и посмотрим, вертолет. Можно как-то вертолет цапнуть? Иди сюда! Я поднял вертолет! И нахер его оттуда угнал, смотри. Твою мать! Если бы я жахнул его, допустим. Он взорвался? Нет, не взорвался. Если бы я ударил его об здание, я думаю, он бы точно взорвался. Эй, братан! Сюда иди! Ах, какие-то они сегодня несговорчивые. Так, мне нужна машина. Иди сюда, хорошая моя. На тебе, сука! Готово. Уже, кстати, как говорится, темнеет, поэтому мы заодно сейчас посмотрим, как ночью ведет нас призрачный гонщик. Так, мы взяли какого-то бесноватого копа. Лети высоко, братан. Надеюсь, что ты когда-нибудь приземлишься на землю. Может быть, даже останешься жив. Я попробую сейчас пробежаться мимо человека, мы проверим, загорится, не загорится. А, мы не оставляем так след, я понял. You look in my eyes. Смотри, какая жесть. Охренеть просто. Его реально сжимает огненная цепь, и от него ничего не остается. Так. Как-то можно было призывать... Вот. Ух, мой призрачный байк. Какой комбинации? Ctrl-B. Так, я хочу убрать немножко вид, поближе сделать. Тихо, они все равно нас не убьют, зато можно полюбоваться. Блин, как же офигенно смотрится. Так, призрачный байк. Где ты, мой сладкий? Чего он все время оттуда выезжает? Так, давай еще раз. У-у-у. Готово. Его появление реально феерично. Ну что ж, проедемся давай. Ускорение, кстати, работает еще и на левую кнопку мыши. Я не знаю, что он делает. Он что, сам едет? Я не понимаю, как он так катается. Так. Можно кого-то взять, мне интересно. Допустим, вот чувак. Motherfucker! Motherfucker! Сейчас я тебе покажу, блядь, motherfucker. Смотри, огненное кольцо. Я взял тебя в огненное кольцо, сука. Теперь ты уже точно не убежишь. Знаешь, что может творить, а? Ночью этот мод смотрится, ну, нереально классно. Он как раз и создан для того, чтобы кататься именно по ночам. Потому что, насколько я помню, призрачный гонщик у нас колесил по улицам города именно вот, когда было темно и холодно. Так, смотри, как найсово, а? О, да. Я не знаю, работает ли цепь, да можно, смотри, рыгать пламенем. Ух, шикарно. Так. А если я сделаю вот такой вот вид, это ж просто пиздарики, друзья мои. Один из действительно классных, достойных модов. В принципе, как и все у Julian B. Так. О, да. Что у нас там еще есть? Fireball. Fireball доступен также, если вы катаетесь, то можно использовать и Fireball, почему бы и нет. Опа! Себя вы, конечно, не убьете. А что у нас с Chain? Доступна ли цепь, если я еду за рулем байка? Давайте проверим. Работает, не работает, не знаю, не видно пока. Так, на тела вроде наводится. Так, давай попробуем поискать хоть одно живое тело, которое еще не погибло. Воу, лобовушка неудачно для нас была. Че это такое? Что это такое? Вот эти глюки-баки. Глюки-баки, да. Глюки разные бывают. Ой, цыпочки.
крошечки мои. Так, сейчас мы дойдем до девочек. Я боюсь, что от них ничего не останется, пока мы приедем. Цепь не работает, как я понял, да? Нет, ребят, цепуха у нас не пашет. Странно, а я думал, что вроде бы, судя по трейлерам, цепь должна была работать. Либо, я не знаю, опять же, какая комбинация. Средняя кнопка у нас колесика вызывает телефон и вызывает вот такое вот ускорение. О, ты аж пылаешь, бля, просто. Просто адовщина какая-то творится. Так, сюда заезжать нам не нужно. Выезжаем отсюда. А если я использую ускорение из другого мода? Давайте проверим, как оно работает. У-ху! Просто адски быстро! Я только след вижу, знаешь, как гребаный Соник, серьезно. Охренеть. И вы в любом случае не упадете. То есть, как бы, байк — это ваше второе эго. Вы с него никуда не денетесь. Так, что я могу еще эпичного сделать? Давай попробуем наколдовать огромное количество людишек. Рандомных людей. Не-не-не-не-не-не-не-не. Вы будете просто умирать и подходить ко мне. Чувак ко мне сел. Эй, давай еще раз. Братишка, давай еще раз. Блин, охуенная идея, я бы реально мог подвести кого-то. Так, давай. Давай. Счастливчик, поехали. Еврей ко мне сел, еврей. Сгорел просто, не успев даже покататься. Да, прости, Мойша, но придется сегодня без мацы. Ладно, поехали так. Тихо. Блин, как же это эпично, тут даже камера немножко другая из-за этих всех дел. Опа. Блин, а от первого лица можно в мотоцикле, нет? Представляешь, он бы подошел и смог бы арестовать призрачного гонщика. Это феноменальная такая вот была бы фейловая тема. Так, поехали. Какие у нас еще ништяки есть? Ctrl плюс G — это power. Что мы сделали? Что я сделал? О, это я снова стал Франклином. Давай еще раз. Вот таким образом мы становимся. Звук бурчания живота и готово. Мы снова призрачный гонщик. Я могу сесть на обычный байк, наверное, да? И он станет призрачным. Охуенная пати, между прочим. Ребят, мод реально классный. Надеюсь на вашу поддержку, лайки и подписку, если вы этого еще не сделали. Пишите, что можно сделать с нашим призрачным гонщиком в будущем, где можно проверить его способности, на ком, как и где. Расписывайте, я обязательно посмотрю это в следующей серии. Ну а сейчас предлагаю под покровом ночи немножко поколесить по улицам города. Лос-Сантос не дремлет, как видите. О боже, он реально охеренен. Я только думаю, что трудновато ему будет найти девушку. Парень слишком горячий, слишком горячий. Шутка про горячего финского парня сюда никак не вяжется. Япона, мать. У-у-у, полет, мать твою, навигат. Это было хорошо. Самое обидное, что нас никто не поймает. Вы практически, если не полностью, неуязвимы. Да, мы выпрыгнули с нашего байка. Я хочу кого-то еще чпокнуть разочек. Иди сюда! Блин, со стороны, конечно, бомбезно смотрится. То есть ты херачишь своей цепью всех кого... О, а смотри, ночью цепь еще красивее выглядит. На нахер! Блять, это реально больно. Как я уже говорил ранее, от первого лица у нас игра заблочена. Здесь вы не можете посмотреть от первого лица никак, что происходит с глаз нашего призрачного гонщика. Потому что Julian NIB позаботился об этом, и, как я понял, вы будете видеть просто огонь, и все. То есть это будет портить игру, как было с другими модами. Релоудинг! Сейчас тебе покажу, блядь, релоудинг! Иди сюда, мой сладкий. Че, взял копа, да? А это машина даже лучше. Сюда иди, сука. Иди сюда, мой хороший пошел отсюда. Так, вот это интересная штука, я предлагаю еще посмотреть. Давай, иди сюда. Он что, обратился, что ли? Чувак, может, селфуху забаться им? Сейчас, подожди, не умирай. Не умирай, сука, что ты умер-то? Я хотел селфи сделать. Где мой призрачный айфон? Сейчас достанем. Так, что там у нас? Что там у нас в телефоне, бро? Да что ж такое-то? Ты не даешь мне понять, что в телефоне. Так, давай. Ах, не могу, пока в меня гасятся, я ничего не могу сделать. You asshole, мне сказать. Воу, пошел отсюда. Так, давайте попробуем испепелить. Захватываем. О, ни хрена себе! Нифига себе! Такой жести мы еще не делали! Охренеть! Слушай, поднял и тупо он сгорел. Насколько это позволяет сделать GTA, настолько мы и делаем. Ты! Да ты! Качаешь пиратскую GTA 5. Гори в аду, мать твоя!
Это отдел по борьбе с пиратством, ёпта. Давай, давай. Как мы его брали? Как-то мы его подбирали. Видимо, это надо поближе подойти. Ты? Подходим ближе. Давай, давай, давай. Бери его. Не-не-не-не. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Чё с игрой случилось? Спокойно, держимся. Я понимаю, что какая-то лютая вакханейшн, но что делать? Готово. Так, я хочу понять, каким образом у меня получилось. Давай, бери его. Не, это не второй кнопкой делается. Подожди, это как-то иначе. А это мы просто его поднимаем, это надо как... Может, надо реально подойти поближе и... Давай. Давай, делай, братан, делай хоть что-нибудь. Не, он просто загорается. Я не знаю, у нас как-то разочек получилось так сделать. Слушай, я подойду сейчас поближе, попробую. Сюда иди, падла, сюда. Блин, он себе падает. Встал, сука, встал. Смотри, он практически встал на колени. Я хочу попробовать еще раз, мне нравится эта тема. Она может работать рандомно, потому что скрипты именно так устроены, к сожалению, что все бывает у нас как-то рандомненько. Ну, бери его. Чуть не получается взять. Как-то разок вышло, а больше, увы, не работает. О-о-о-о-о-о-о-о-о! Ни хрена себе! Просто сгорел, блядь. Охренеть, а? То есть как-то ты задерживаешь левую кнопку мыши, и, в принципе, эта тема работает. Во! Селектор оружия нам не надо. Обалдеть. Ребятки, это просто свэк какой-то. Flamethrower. Давайте сделаем пламя. Огненное изрыгание. Мало того, что и скин, в принципе, очень даже похож. Мне мод нравится. Я ему такую девяточку поставлю, с учетом того, что он будет дорабатываться. О, да! Так, а если я угоню какую-нибудь тачку, она станет призрачной машиной, интересно? Да, смотри, куда бы ты ни сел, любой транспорт становится призрачным. Motherfucker! Знаешь, что я хочу сделать? Я хочу... Нет, не Джимичу, не айфон, я хочу просто наколдовать людей, которые сядут в мою огненную машину. Давайте, братва, давайте, садитесь, поехали. Ту-ру-ту-ру-ту-ту-ту-ру-ту-ру-ту-ту-ту-ту. У меня просто печка плохо работает, я не виноват. Просто плохая печь. Так, давай. У меня даже какой-то прицел я сейчас заметил по краю. Нет, вот самый есть. Ускорение или смерть? Твою мать! Епическая сила! Друзья мои, это просто какая-то жутчайшая вакханалия с участием огня. Почему бы и нет? Охренеть, я тебе скажу. Угнали тачку. Это, конечно, все. И снова выпрыгиваем нахер отсюда. Да, чувакам явно не повезло. Удивительен тот факт, что они даже не сгорели. А если я рядышком подойду? О, боже. Ой! Нет, не надо было их так убивать. Ладно, хорошо. Отсюда мы, наверное, не выберемся, а можно использовать мод на полет и еще даже полетать немного. О боже, как же это жутко смотрится. Давайте вызовем байк, это ж красиво, реально, вот байк вызвать, это просто свэк. Ух! Так, а если куда-нибудь вот отсюда? Опа! Типа я присел на кратаны, где мой байк? Где мой гопа-байк? Горящий гопа-байк, звучит классно. Модель байка, как я уже говорил, это не оригинально, потому что у многих, кто этот мод уже использовал, игра вылетает. У меня была в том числе такая же проблема. Julian NIB написал, что замените, собственно, текстуру на вот эту, и будет все работать нормально. Изначально байк идет с черепом, тот, примерно который в GTA сейчас доступен за 2 миллиона 200 тысяч долларов. Череп светится глаза, и он немножко видоизменен, похож на тот, что в комиксах и в фильме, в принципе. Но, опять же, в следующей версии, надеюсь, это пофиксит, и я смогу вам его показать полноценно. Блин, как же офигенно, а? Ух, можно промчаться вот так вот. Блин, класс, мне нравится. Действительно классно, видно, что работа проделана титаническая, так это все сделать многого стоит, поэтому я надеюсь на вашу поддержку, не забывайте ставить пальцы вверх и подписываться. Присылайте также интересные моды, которые вы хотели бы посмотреть в следующих выпусках. С вами был Олег Брейн, увидимся, услышимся, пока-пока.